Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Итак, всем привет! Сегодня боевую технику Battlefield 1 показали в геймплейном трейлере. До выхода многопользовательского шутера про Первую мировую войну Battlefield 1 остались считанные месяцы, поэтому разработчики из студии DICE решили подготовить игроков к тому, что их ждет на полях сражений. В предыдущем ролике нам показали про оружие. В новом трейлере разработчики сосредоточились на боевой технике, которая всегда играла важную роль в серии Battlefield. Создатели обещают, что Battlefield 1 нас ждут самые динамичные и масштабные сражения в истории жанра FPS. Особое внимание в представленном трейлере уделено самолетам и танкам. В Battlefield 1 полет на самолете или езда на танке будут кардинально отличаться от того, что было ранее. Поэтому в игре появилось несколько классов персонажей, специализирующихся на управлении определенным видом техники. Если вы собираетесь управлять танком, то вам стоит выбрать персонажа, который специализируется на них, чтобы быть максимально эффективным и иметь доступ к специальным способностям. Также в трейлере разработчики рассказывают о том, что они хотели максимально точно передать геймерам ощущение от управления техникой того времени. Релиз Battlefield 1 запланирован на 21 октября для PlayStation 4, Xbox One и PC. Вот такие вот дела, ребятки. Такие вот у нас новости.